Друзья, привет! Сегодня мы будем разбираться, как делают лучшие композитные бассейны в Беларуси. Нас пустили в компанию Composite Group на производство. Идемте посмотрим, как производятся композитные бассейны. За мной! Качественный композитный бассейн – это очень сложный технологический процесс, очень ответственный. Сделать хороший бассейн очень сложно, но компания Composite Group умеет это делать и нам сегодня покажет, как это делается. За всем технологическим процессом следит строгий, но справедливый специалист с 30-летним опытом Григорий Николаевич, начальник производства компании Composite Group. Друзья, на этом этапе бассейн обклеивают стекломатом, пропитывают эпоксидной смолой, за счет чего он и набирает полную механическую жесткость. В компании работают милые и очаровательные девушки. Друзья, я обожаю свою работу, потому что можно ходить по всяким интересным и опасным предприятиям. Именно эта машинка немецкой фирмы Буфа и делает тот самый красивый декоративный слой, с которого и начинается любой бассейн. Декоративный слой бассейна – это 0,8 мм. Чтобы нанести его правильно, нужно и специальное оборудование, и специальное обучение, и специальная машинка, и даже специальный воздух. Сейчас мы покажем, как он подготавливается. А воздух для гель-коата тоже непростой. Он специально осушается и насыщается кислородом в этом прекрасном аппарате. А тут у нас хранится запрещеночка. Это немецкие композитные материалы фирмы Буфа. Именно этими материалами работает компания Composite Group. Редкая штука, между прочим. Газ, нефть, электричество экономятся в огромных количествах, если бассейн утеплен. Современные компании утепляют с помощью пенополиуретана прямо на предприятии. Для этого служит вот такой аппарат, обратите внимание, кстати, российского производства, но компоненты пока импортные. Друзья, ну а с вами был неизменный Александр Кузьмин, главный редактор телеграм-канала «Бассейновый рынок». Подписывайтесь.